Здравствуйте, я Брайан Трейси. Добро пожаловать. То, что вы сейчас узнаете, способно изменить вашу жизнь. Эти идеи, инсайты и стратегии были трамплином к финансовому благополучию для миллионов мужчин и женщин всех социальных групп. Эти принципы просты, эффективны и легко применимы на практике. Каждый из них основан на тщательном исследовании и интервью с тысячами миллионеров, которые добились всего сами. Они проверялись, доказывали эффективность снова и снова. Они сработают и у вас, если вы решите воспользоваться ими в своей собственной жизни. Мы живем в величайшее время за всю историю человечества. При всех краткосрочных финансовых проблемах, сегодня людей, начинающих с нуля и достигающих богатства, становится больше, чем мы когда-либо могли себе представить. В мире больше 10 миллионов миллионеров, большая часть которых достигли всего сами, и каждый год их число растет. Есть даже те, кто сам заработал десятки миллионов, сотни и более 200 миллиардеров на 2013 год. Мы никогда еще не видели настолько быстрого создания огромных состояний. У меня есть для вас хорошие новости. Практически все начинают с нуля. Пожалуй, 90% финансово успешных сегодня людей начинали без копейки или на грани разорения. В среднем каждый создавший себя миллионер был банкротом или на грани банкротства приблизительно 3 раза. Большинство терпело неудачи снова и снова, прежде чем удавалось найти нужную возможность, способную стать рычагом к достижению финансового успеха. И то, чего добились сотни, тысячи и миллионы других людей, доступно и вам тоже. Закон просто гласит, что если вы будете делать то, что делали другие успешные люди, вы получите результат, который получили успешные люди. А если не будете, то не получите. Когда вы изучаете и применяете проверенные секреты успеха миллионеров в своей жизни, вы получаете результаты и доходы, которые намного превосходят все то, чего вы к настоящему моменту достигли. Вот важный аспект. Никто не лучше вас, и никто не умнее вас. Позвольте мне повторить это. Никто не лучше вас, и никто не умнее вас. Выбросьте эти мысли из своей головы. Одна из главных причин, по которым вы дешево себя продаете, не справляетесь, не достигаете финансового успеха, в убеждении, что люди, у которых получается лучше, и сами лучше вас. Но дело совершенно не в этом. Суть в том, что самостоятельные миллионеры были обычными людьми со средним образованием, работали на обычных работах и жили в обычных домах, обычных районах, водили обычные машины. Но они узнали, что делали другие финансово успешные люди, и стали делать то же самое снова и снова, пока не добились тех же результатов. Это не чудо и не случайность. И если вы думаете так же и действуете так же, как действовали создавшие себя миллионеры, вы начнете получать те же результаты и доходы, что и они. Все зависит от вас. Я выяснил, что у создавших себя миллионеров есть 21 секрет успеха. И каждый из них необходим для вашего достижения финансовой независимости. Отсутствие любого из этих факторов само по себе может снизить и даже разрушить ваши шансы на здоровье, счастье и длительное процветание. Хорошая новость. Вы можете научиться всем этим принципам благодаря практике и повторению, снова и снова, пока они не станут для вас естественными, как вдох и выдох. Точно так же, как вы научились ездить на велосипеде или водить машину, вы можете выучить и секреты успеха миллионеров и применить их в своей жизни. Не существует границ, кроме тех, которые устанавливаете себе вы сами. А теперь давайте начнем. Первый секрет создавших себя миллионеров прост. Мечтайте по-крупному. Разрешите себе мечтать. Позвольте себе воображать и фантазировать. Как бы вам хотелось жить и сколько денег хотелось бы получать и держать на счету в банке? Все великие мужчины и женщины начинают с мечты о чем-то восхитительном, не похожем на то, что у них есть на данный момент. В одной известной песне есть такая фраза: «Чтобы мечта сбылась, вам нужно уметь мечтать». Представьте, что нет никаких ограничений на то, кем вы можете стать, что получать, что делать в жизни. Представьте на миг, что у вас бесконечное количество времени, денег, образования, опыта, друзей, связей и ресурсов, и всего необходимого для достижения чего угодно.
Будь у вас безграничный потенциал, какую жизнь вы создали бы для себя и своей семьи? Практикуйте так называемое мышление «назад из будущего». Это мощная техника, которой пользуются успешные мужчины и женщины, и она превосходно воздействует на ваш разум и ваше поведение. Перенесите себя лет на 5 вперед. Представьте, что 5 лет прошли, и ваша жизнь идеальна во всех областях. Будь она идеальна, как бы она выглядела? Чем бы вы занимались? Где работали? Сколько бы денег вы зарабатывали? Сколько лежало бы у вас в банке? Какой образ жизни вы бы вели, будь ваша жизнь идеальной через 5 лет? Визуализируйте для себя ваше долгосрочное будущее. Чем четче вы видите здоровье, счастье и достаток, тем быстрее вы будете двигаться к цели, а цель будет двигаться к вам. Когда вы создаете четкий ментальный образ того, к чему вы стремитесь в жизни, вы становитесь более позитивным, более мотивированным, растет ваша решимость воплотить образ в реальность. Вы задействуете свой природный потенциал, и он выдает идею за идеей, чтобы помочь вам воплотить желаемое. Вы всегда стремитесь к направлению главных желаний, видений, мечтаний. Само то, что вы разрешаете себе мечтать о великом, повышает вашу самооценку. Вы начинаете больше себе нравиться, больше себя уважать. Это улучшает вашу самооценку и повышает уверенность в себе. Это выводит на новый уровень ваше самоуважение и личное счастье. В мечтах и представлениях есть нечто, что увлекает и побуждает вас действовать и быть лучше, чем когда-либо прежде. Вот отличный вопрос, который следует задавать себе снова и снова. Какую одну мечту вы позволили бы себе, если бы знали, неудачи не будет? Если бы вам был гарантирован стопроцентный успех в чем-то одном, большом или маленьком, краткосрочном или долгосрочном, что бы это было? О какой замечательной вещи вы бы рискнули мечтать, зная, что неудачи не будет? Что бы это ни было, запишите и представьте, что вы уже достигли этой большой цели. Затем оглянитесь на себя сегодняшнего. Что нужно сделать для того, чтобы достичь желаемого? Какие шаги вам нужно предпринять сегодня, чтобы дорасти до желаемого завтра? Что бы вы изменили в своей жизни, если бы достигли целей? Что бы вы добавили, а что убрали? С кем бы вы были рядом, достигнув этой цели? И с кем бы расстались? Если бы ваша жизнь была идеальной во всем, какой бы она была? Каковы бы ни были изменения, сделайте первый шаг сегодня. Мечты о великом – это начальная точка достижения вашей цели – финансовой независимости. Главная причина, по которой люди не достигают финансового успеха, в том, что они не считают, что смогут его достичь. И как результат, даже не пытаются. Они никогда не начинают. Они так и ходят по финансовому кругу, тратя все, что зарабатывают, и даже немного больше. Но когда вы начинаете мечтать о замечательном финансовом успехе, вы также начинаете менять восприятие себя и своей жизни. Вы начинаете совершать другие поступки, шаг за шагом. Постепенно, до тех пор вся ваша жизнь не изменится к лучшему. Мечты о великом – это стартовая точка финансового успеха и возможности сделать себя миллионером.